Самыми популярными по запросам в Google на Украине стали Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили в корпорации после подведения итогов 2019 года. Жители страны активно интересовались тем, как проходит президентская гонка на Украине и результатами выборов в стране. Кроме того, переживали люди и за здоровье Заворотнюк. Еще одним частым запросом стало имя Юлии Началовой, которая скончалась в этом году. Представитель Google прокомментировал интересы украинцев и заявил, что они чаще интересуются сериалами и спортом, а не политикой. А запросов на украинском языке становится все больше с каждым годом. А как вы думаете, какие запросы в России самые популярные?